Видновская стоматологическая поликлиника переехала в здание, расположенное на улице Школьная в 1994 году. Здесь оказывают помощь не только жителям Ленинского городского округа, но и всем, обратившимся в медучреждение. Руководителем является главный врач Курятников Геннадий Семенович. С 1 октября 2011 года по настоящее время. Плановый прием ведется врачами, нагрузка в среднем 125 мощность поликлиники, но, конечно, такое маленькое здание, мы обслуживаем всех, отказов нет. Елена Сидорова, заместитель главного врача по медицинской части, пришла работать в поликлинику сразу после окончания института и уже более 30 лет оказывает стоматологическую и хирургическую помощь видновчанам. Светлана Тальнова – ее постоянная пациентка. Недавно у меня такая проблема была с зубами. Образовался на нижней челюсти нарыв. Я даже не заметила, как мне Сидорова Елена Алексеевна разрезала, даже без обезболивания. Я так вот в нее верю и доверяю ей, что я даже не почувствовала. В поликлинике можно получить терапевтические, хирургические, ортодонтические и многие другие услуги в сфере стоматологии. Пациентов обслуживают по полису обязательного медицинского страхования, а также на платной основе. В работе врачи используют современное медицинское оборудование и стоматологические материалы последнего поколения. Для лечения зубов, для контроля качественного лечения зубов мы используем контроль рентгеновских снимочков, радиовизиограф. Это очень удобно. Врач у нас хоть не делается снимки, а делается сразу с разводкой снимочков на компьютер к врачу. Во взрослой стоматологии трудятся более 50 специалистов. У каждого врача свой собственный стиль работы и круг постоянных пациентов, стремящихся взять талон непременно к своему доктору. Любовь Трубчининова уже 15 лет борется за здоровье зубов своих пациентов. Очень часто боятся. Ничего, я говорю, не бойтесь, убивать я вас здесь не буду. Все сделаем как можно лучше. Поэтому успокаиваются. Детское стоматологическое отделение находится на базе Видновской районной клинической больницы. Для обслуживания маленьких пациентов здесь выделено 3 кабинета, где принимают хирург, терапевт и ортодонт. Стоматолог Анастасия Полюс рассказывает, что самое главное в ее работе – найти правильный подход к каждому ребенку. Обязательно с детьми надо разговаривать, им объяснять, потому что они боятся. Самое важное – это первое посещение, когда они приходят, их надо к себе расположить. Плюс, соответственно, очень важно донести до родителей, особенно когда дети еще маленькие, что зубы надо чистить обязательно, даже молочные, лечить тоже надо молочные. Стоит отметить, что все врачи Видновской стоматологической поликлиники имеют высшие первые квалификационные категории и каждые 5 лет проходят обучение. Совсем недавно в медучреждение пришли работать около 20 молодых специалистов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.